Митрополит Одесский Измаильский Агафангел посетил село Дмитровка. Архипастырь совершил молебен в храме великомученика Дмитрия Солунского в служении архиепископа Болградского Сергия, благочинного храма Болградского округа протоиерея Стефана Турлака, настоятеля храма протоиерея Василия Петрова и духовенства Болградского благочиния. Слово нашим коллегам из Одессы. Святой великомученик Дмитрий Солунский был сыном римского проконсула Фессалоника. Отец и мать святого Дмитрия были тайными христианами. Когда умер отец, а Дмитрий уже достиг совершеннолетия, император Галерий Максимиан назначил его на место отца проконсулом Фессалоникийской области. Главная задача, возложенная на молодого стратега, состояла в обороне города от варваров и истреблении христианства. Приняв назначение, Дмитрий возвратился в Фессалоники и тотчас перед всеми исповедовал и прославил Господа нашего Иисуса Христа. «Избави от всех бед рабы Твоя, и всегда яко милостив исполни во благие желания всех нас, прилежно молим Тебя, услыши и помилуй». Когда Максимиан узнал, что назначенный им проконсул христианин, гневу императора не было границ. Войдя в город, император вызвал Дмитрия, и он смело исповедал себя христианином и обличил неправду и суетность римского многобожия. Максимиан приказал заключить исповедника в темницу. На рассвете, 26 октября 306 года, в темницу святого узника явились воины и пронзили его копьями. В честь этого великомученика в селе Дмитриевка Болградского района Одесской области освящен просторный храм, который в ходе поездки по Бессарабии посетил с архипастырским визитом митрополит Агафангел. Высокопреосвященнейший владыка отслужил молебен и поздравил многочисленную паству с 200-летием основания Дмитриевки. «Поздравляю вас с замечательным юбилеем вашего селения, исполнившегося 200-летием со дня его основания. Пребывая в эти дни в Бессарабии, мы посещаем храмы и приходы для того, чтобы вместе, единым устами, одним сердцем прославить Господа, Пречистую Владычицу нашу Богородицу и святаго великомученика Дмитрия Солунского за то, что на протяжении всей исторической жизни мы находимся под покровом Божьим. Господь охраняет наши страны, селения, грады и обители, и залогом является наша усердная молитва». «В нашем селе действительно великая радость, и этому подтверждает и сама природа, и солнце. Мы очень рады видеть всегда нашего митрополита Агафангела. Мы желаем ему, что он прибыл здесь, то есть посетил нашу церковь, посетил, благословил народ, дети. Были очень рады, и мы ждем нашего владыка всегда, и желаем ему многое, благое лето».